Думали, причина трагедии – короткое замыкание, оказалось затянувшееся торжество. Отравлением угарным газом для жителя острова Ягры закончилось празднование Нового года. Мужчина пытался позвать на помощь соседей, стуча по батарее, но ядовитый газ не оставил шансов на спасение. Нет, а что обнаружили его там, понятно, но возгорание тут-то не горело ничего, это просто закопчение. Покурил на кухне, а погиб в спальне. Минувшие выходные от едкого запаха гари в 7 часов утра проснулись жители Приморского бульвара 38. К приезду пожарных в квартире на 8 этаже уже оплавились пластиковые окна. Двери открыли, за ними обнаружили труп мужчины. Мужчина пытался стучать по батарее, но это состояние, да, вот, при отравлении окиси углерода не позволило ему совершать какие-либо действия. Скорее всего, он просто спал во время того, когда произошел пожар, вот, и впоследствии уже погиб на месте. 36-летний мужчина в квартире проживал один. К трагедии привело затянувшееся застолье хозяина. Со слов соседей, он злоупотреблял спиртным. Версий причин возгорания изначально было две. Короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Позже выяснилось, проводка цела. Погибший был обнаружен в комнате, а очаг возгорания в ходе осмотра места происшествия был установлен на кухне. Возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покурил на диване и пошел спать в комнату. В результате пожара пострадали окна, мебель, бытовая техника. Затопленными оказались соседи снизу. А сам очаг возгорания, диван еще долго дымился во дворе. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.